Меня зовут Саша, и я приветствую вас на канале Humus TV. Сегодня с вами поделюсь процессами технологии изготовления шаблона под кирпич, под снежный кирпич для изготовления иглу. Ведь уже завтра мы отправляемся на Хермон, где выпало много снега, и мы будем строить иглу. Для этого я возьму фанерный лист, вот такой вот, шириной в 11 мм, и мы сделаем из него шаблон. И уже завтра я покажу, как мы из рыхлого снега сделаем десятки кирпичей и приготовим иглу. Ну что, поехали! Итак, она выглядит в собранном состоянии. Чтобы разобрать ее и попасть в рюкзак, мы вынимем боковую пластину, которая выглядит так. В каждой части конструкции есть такие прорези. Если кто-то из моих зрителей знает, как называется это соединение такого плана, пожалуйста, оставьте это в комментариях, и тем самым вы обогатите мой русский язык. Недостающим пятым элементом этой конструкции является тромбовочная дощечка. Такая вот дощечка с двумя ручками. Таким образом мы будем трамбовать снег. Совсем скоро мы отправимся на Хермон и проверим нашу технологию live. Тем временем подписывайтесь на Humus TV и напишите в ваших комментариях, насколько хорошо будет работать наша технология.